Всем привет, ребят! Решил, как и обещал, с новой аппаратурой Taranis X-Lite сделать тест на дальность с приемником RXSR. Напомню, что в прошлый раз он показал дальность 1 километр 700 метров. Сейчас вот полечу вдоль трассы, антенны немножко поставил по-другому и попробуем, что из этого получится. Погнали!
после разворота антенны попали в тень рамы, и квадрокоптер начал ловить ПЛСФ. Несколько раз я пытался перехватить управление, но сигнал был нестабильный, и поэтому я уже щелкнул тумблер на режим РТХ, автовозврат домой, чтобы квадрокоптер возвращался самостоятельно. А самостоятельно он летел около 1,5 километра, и когда до меня оставалось уже 2 километра, я решил перехватить управление и уже дальше в ручном режиме вернулся обратно к себе. Так, друзья, что и следовало доказать на приемнике RXSR, немножко переставив антенны правильным образом на своем долголете на новой аппаратуре Taranis X-Lite, я улетел на 3,5 километра FCCI, при этом было около 40%. То есть, думаю, на 4 километра можно было лететь смело,
Но, к сожалению, когда я уже развернулся, ну, во-первых, там развязка была, я уже боялся за развязку, за дорогу хватать. Можно было. И когда я развернулся, сработал режим FuelSafe. Ну, в принципе, на этом режиме я его отправил домой. Ну, 1,5 километра он до меня летел. Когда 2 километра оставалось, я уже перехватил управление на себя. Ветер был попутный, вернулся быстро, все прошло успешно. Всем, кто посмотрел это видео до конца, спасибо. Всем мирного неба над головой, хороших полетов, хорошего настроения. До новых встреч, пока.